проведем с матроской эксперимент. Предложим ей на выбор съесть два вида креветок. В одной миске лежат крупные креветки, они даже на вид дорогие. Во второй гораздо мельче и неказистее. Посмотрим, что она предпочтет. У матроски губа не дура. Она выбрала мелкую креветку, а к крупной даже не подошла. А знаете почему? Это в основном аквакультурная креветка, которую, как поросят, накормили. Кормят в искусственных загончиках. То есть это искусственно выкормленный продукт. На пачке, из которой мы достали крупную креветку, было написано «тигровая». В нашей стране почему-то больше всего ценится именно такая. Тигровые креветки выглядят очень солидно и стоят примерно так же – от 1200 рублей за килограмм. На самом деле, большая часть тигровых и королевских креветок в море никогда не плавала. Их выращивают на специальных фермах в Юго-Восточной Азии. Предприимчивые китайцы даже вывели новый вид – Ван Намэй. Они большие, с ярко-оранжевым панцирем за счет кормов со специальным красителем. Их часто добавляют в морские коктейли, подают в ресторанах и суши-барах. При этом сами жители Китая Ван Намэй практически не едят.